отсутствует голос, он просто прекращает читать. Наркотика мне хватает! Реально, я не слышу, чтобы кто-то в той ситуации, в которой я сейчас просто хуярит. Я вам скажу на эту тему одну вещь. Я давно хотел сказать. Гуф торчок. Это говно! Он не может читать на сцене, говно! Потому что он торчок. У него не хватает воздуха. Ребята, это говорит об одной вещи. Человек читает про наркоту, он поднялся, нахуй в принципе, на этих темах. Но я вам скажу, не берите наркоту. Да, я ее тоже брал тогда. Нахуй его, блядь, нахуй наркоту. Я благодарен Господу, что я с этой хуйни слез. Не берите наркотики, не пробуйте даже. Покажите хуй на руке каждому тачку. Пидорасы, которые читают про наркоту, и все, кто торчат, лохи, каждый наркоман лохи. Он продает свою маму, он продает свою душу, он продает свою жену, свою фамилию, свою семью, своих детей, и все. Наркоман не человек. А я добавлю еще от меня немножко. Также нахуй пошлите тех, кто принимает наркоту, читает про здоровый образ жизни.